Добрый день, с вами Елена Баскова. Хочу с вами поделиться нашими результатами. Первый результат молодого человека – лечение вросшего ногтя. Были установлены скобы 3ТО. Самое главное, что сегодня мы сказали молодому человеку – вы здоровы. Теперь только правильно поддерживаете ногтевую пластину в порядке. Не забывайте ношение силиконовых вкладышей и контролируйте правильное срезание ваших ногтей. Так что смотрите фотоподборку и видео нашего молодого человека. Сегодня мы можем уже сказать, что у нас один пациент выздоровел. Вросшие ногти мы вылечили и можем спокойно его отпускать домой.